17. Ну, в смысле, что? Твою в дивизию, блядь! Это плохо, что? А, жизнь! Да. Ебаный шаг, что ж ты делаешь, а? Программа была основана Институтом высшего образования. Теперь это Санкт-Петербургская академия культуры. Кстати, о культуре. В этот день, 1868 года, родился художник Николай Богданов-Бельский. Свои двойные... Вот это все новости за Украину. Ни хрена твою мать! Боже мой. Блять, скорую 0303? Да. Недоразумение. Сейчас ты у меня попляшешь. Блять, да, сука. Марина, а ты что здесь делаешь? Тебя спасаю. Ебаный сука, блять, а! Куда никто этого не делает? Вот это несчастный город, в котором разбитые асфальты, вот такие ужасные цветовые. Абонент. Ой, мама, Юра, Юра. А что это такое было? Понял. А? Так, долёт, что ли? Пришел в банк снять крупную сумму, а тебе говорят, денег нет, зайдите попозже. Эти сроки будут переноситься. Спасибо. Геннадий Горячев, наш парламентский корреспондент. Остается также на пресс-конференции.